жить отдельно от родителей, поселить с комфортом ребенка студента или приобрести жилье по военной ипотеке. Как решить жилищную проблему за один день, знают организаторы ярмарки квартир, которая стартовала сегодня в Анапе, банк «Кубань-кредит» и объединение застройщиков Юга ВКБ «Новостройки». Представители 9 крупнейших застройщиков Юга России, значит, собрались на территории нашего основного партнера банка «Кубань-кредит» с целью довести до жителей, донести до сведения жителей города Анапа и отдыхающих информацию о возможности приобретения жилья на территориях Краснодарского края. Это города Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Анапа и в городе Ростове-на-Дону. Более 7 тысяч квартир, 90 домов в 9 городах Кубани и Ростовской области. Небольшие доступные квартиры и полнометражное роскошное жилье с видом на море или в центре мегаполиса. На любой вкус и достаток. Наши застройщики строят жилье различного формата. Это большей частью эконом-класс. Все квартиры, которые мы делаем, идут с отделкой под ключ. Формат жилья различный, начиная от квартир студий 25 квадратов и выше, и также полноценные 1, 2, 3 и более комнатные квартиры. Значит, кроме того, строим дома бизнес-класса. Желающие получить информацию по приобретению жилья пришли задолго до открытия. Каждому персональный подход. Кстати, для посетителей ярмарки проводится акция «ВКБ. Территория счастливого детства». Семьи, приобретающие жилье за наличный расчет, получают в подарок за каждого ребенка бесплатный квадратный метр жилья. Анапа интересует. В городе Анапа мы застраиваем микрорайон Гордипия. Вот это расположение самого микрорайона. Здесь недалеко торговый центр «Красная площадь». Уже есть данные дома, то есть есть вся уже инфраструктура. Новый микрорайон Гаргипия давно на примете у анапчан и гостей курорта. Особенно привлекательны цены готовых квартир под ключ, где сразу можно жить, не тратя дополнительных средств на дорогостоящий ремонт. Полностью люди могут посмотреть, выбрать планировки, могут проконсультироваться по стоимости жилья. Вот, и буквально здесь же забронировать квартиру и приобрести ее. А если кому-то не хватит денег, средств, мы сможем сразу вам проконсультировать по ипотечному кредитованию. Наш банк предоставляет ипотечные программы «Новостройка от партнеров». Процентная ставка по данной программе 11,9. Есть также у нас разработанная вместе с нашими застройщиками программа «Квартира для студентов». По этой программе предусмотрен минимальный первоначальный взнос от 5%. По данной программе также предоставляются скидки на приобретение жилья. Доступное жилье теперь не миф. Ярмарка квартир поможет воплотить мечту о собственных квадратных метрах в любимом городе в реальность. Этот социальный проект очень важен для нашего города и будет, я думаю, что не последняя ярмарка, которая будет проходить у нас здесь в Анапе. Путь к собственной квартире нужно начинать с первого шага – прийти и получить комплексную информацию. Ярмарка продолжит свою работу в субботу. Анапчан и гостей курорта ждут 25 июля с 9 утра по адресу улица Астраханская, 102Б, в офисе банка «Кубань-кредит».